Доброго времени суток! В конце 2018 года многим абонентам Билайна пришла смс со следующим содержанием. Вы пользуетесь услугой «Безлимитно все мое». Она действует бесплатно с момента подключения тарифа. Сообщаем, что с 10 января 2019 года услуга станет платной – 1 рубль 66 копеек в день. Изменения предусмотрены условиями договора. И действительно, с 10 января 2019 года данная услуга, которая ранее предоставлялась бесплатно, начала стоить около 50 рублей в месяц. Суть услуги следующая. Вы можете звонить на номера Билайн с тарифами «Все мое», «Все в одном», «Поговорим», «Все для тебя» бесплатно и не расходуя пакет минут. Изначально на тарифах линейки «Все мое» данная услуга была бесплатной и выставлялась в виде преимущества новой линейки тарифов. В июле 2018 года услуга была автоматически активирована у всех абонентов актуальных тарифов линеек «Все мое» и «Все в одном». Халява закончилась. Теперь услуга стоит 1 рубль 66 копеек в сутки. Я обратился в техподдержку мобильного оператора Билайн в социальной сети ВКонтакте. Ответ поступил следующий. Вы сейчас видите его на своем экране. Довольно интересно получилось. Безлимитные звонки востребованы меньше, но уже через одно предложение опция выгодна тем, что позволяет экономить пакет минут. Получается все-таки, что выгодную опцию сделали платной. Такая довольно странная опция получается. Выгодная, но не востребованная. Отключить услугу «Безлимитно все мое» можно одним из следующих способов. Через личный кабинет Билайн, через приложение «Мой Билайн» или при помощи звонка на номер 0674-02320. Билайн предупредил об изменениях в условиях предоставления услуги в документе, относящемся к актуализации тарифных планов, а также по СМС. Но, судя по жалобам, СМС с изменениями пришли далеко не всем абонентам. Билайн объяснил причину введения абонентской платы за услугу очень странно. Но оно и не мудрено, не скажет же он прямо. Мы решили, что это слишком выгодно, поэтому приняли решение заработать на услуге. Стоит отметить, что с 10 января 2019 года услуга не подключается автоматически для новых абонентов, тарифов линеек «Все мое» и «Все в одном». Ну, спасибо и на этом. А еще я бы рекомендовал все-таки зайти в приложение «Мой Билайн» или в личный кабинет Билайн. Там вы сможете посмотреть, не подключили ли вам каких-нибудь платных услуг, или не появилась ли у какой-нибудь ранее бесплатной услуги абонентская плата. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.